Друзья, всем привет! Прежде чем посмотрите это видео, я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые у вас возникли с предыдущих моих видео, в том числе с видео по поводу харьковского велосипедиста, который попал под раздачу. Значит, спешу разочаровать всех тех, кто считал, что данный велосипедист подставной. Это абсолютно не так. Я, честно, вообще не понимаю, на каком этапе вы придумали себе, что это подставной чувак. Я действительно сворачивал с трассы, когда въезжал в Харьков, увидел патрули этих чебурашек, которые косили на дороге, и остановился. И просто не увидел из-за газели, которая ехала, этого велосипедиста. Он абсолютно искренне, ребята, возмущался. Поэтому все те, кто посчитали, что он классный мхатовский актер, спешу вас разочаровать, это не так. Это обычный человек, который проезжал. Я действительно создал ему, наверное, неудобство. Значит, чем закончилась история? Номер телефона я оставил патрульным. Естественно, мне никто не перезвонил, потому что как только я уехал, они все дружно перекрестились. И на этом, я думаю, история это закончилась. Если, конечно, велосипедист, я передаю ему привет, не найдет инспекторов и все-таки не настоит на том, чтобы они составили это постановление, закончили его составлять. Но об этом пока мне ничего не известно. По поводу рекламы хочу сказать отдельно. Рекламе, к сожалению, быть на канале, потому что без нее никак. Если вы хотите видеть новые, поучительные, интересные сюжеты, мне надо каким-то образом зарабатывать, каким-то образом перемещаться по Украине. Поэтому я не собираюсь клянчить и просить у вас денег, оставлять номера карт, потому что, как показала практика, это ни к чему не приводит. Я буду размещать рекламу. Если она вам не нравится, вы всегда можете ее перемотать. Не знаю. Без этого, к сожалению, на сегодняшний день никак, поэтому придется терпеть. Это вынужденная мера. Я думаю, что и так многие из вас, я вижу это по каналу, включают блокировщики рекламы. Это тоже сказывается на канале. Поэтому, если вы хотите поддержать так, то я вас призываю не блокировать рекламу просто, а немножечко потерпеть. Ну, не знаю, если вы хотите, я могу делать некоммерческую рекламу чего-либо. Вот, например, заправки Коломойского, на которой я нахожусь. Или вот для обзора вот этой Эворы, которую скоро вы увидите. Я купил себе спортивный костюм, очень классный, по классной цене в интернет-магазине. Если вы хотите, заходите, ссылку оставлю в описании. Тоже не на правах рекламы. Хотите, пользуйтесь, друзья. Я вам расскажу все то, чем пользуюсь я, что интересно мне и с чем я сталкиваюсь каждый день. Теперь, что касается мелитопольских полицейских, которые убегали от меня в недавнем видеоролике, по ним тоже сейчас проводится служебная проверка. На днях мне звонил следователь, который меня уверил, что они обязательно разберутся и что действительно накажут этого инспектора. Ну, на самом деле, я скажу вам, что я готовлю для них сюрприз, я жду от них ответа, для того, чтобы еще показать вам некоторые моменты и сюжеты, которые не были показаны первый раз. Посмотрите, что еще учудил этот инспектор, что про него говорят людям. Я получил очень много писем после этого ролика. Значит, сейчас я нахожусь недалеко от запорожского поста полиции при въезде в город Запорожье. Сейчас здесь остановили водителя по вопросу, по рубежу, по исполнительной службе. Очень часто вопрос, задаваемый мне, присылают мне на почту, спрашивают, пожалуйста, расскажите, как быть в случае, если меня остановили на посту или по рубежу. Значит, вот яркий пример, когда человека остановили на номерах. Тоже любители красивых номеров, передаю вам привет. Вот это такой же случай. Остановили его на номерах предыдущей машины, на которой висел долг. И что с этого получилось, сейчас вы увидите, посмотрите, пишите комментарии, друзья, подписывайтесь на канал, берегите нервы. До встречи в новых видео. Пока. Что у вас случилось? Я смотрю, вас маринуют. Маринуют, подняли капот. Что случилось? А, случай. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, можно я с вами пообщаюсь? Я вам все объясню. А вы зачем? Я к водителю подошел, вы при чем? Рассказывайте, что случилось, что не хотят. Хотят сверить номера. Почему? Я не знаю. У них там сработал рубеж, причем на совершенно другую машину. А, они да? Они хотят, да. На другую машину. И сколько они вас уже здесь маринуют? А уже где-то полчаса нет. Сейчас узнаюсь. Хотят сверить номера агрегатов, вот там у меня стоит без шума. Сейчас они лезут вырезать. Они хотят вырезать? Да. Нормально себе. Идем. Давай. В чем проблема? Проблема в том, что на данный автомобиль сработала система рубеж. На данные номера бьется машина Акура. Перед нами Honda. Для этого я прошу водителя дать змогу мне зверить номера агрегатов. Он открыл, дал змогу? Да, но они находятся на сиденье. Извините, как вас зовут? Захарченко, моя фамилия, лейтенант полиции. Вы лейтенант полиции? Да. Вы эксперт? Нет, не эксперт. Согласно пункту правил 2.4. Секундочку, извините, я не закончил мысль. Вы эксперт по полиции? Нет. Вы в должности кого находитесь? Инспектор. Инспектор полиции, патрульный, да. Я правильно понимаю? Так точно. Идемте. Мне нужен, чтобы он был набит на железе. Ну это на клиент. Это на клиент. Мне нужен, чтобы он был на железе набитый. Или хотя бы шильдочка с заводскими
заклепками. Ну а как вы это вообще, как вы вообще? Ну а как, Александр, ну подскажите, пожалуйста, мне, как мне согласно пункту наклейку, вы согласитесь со мной, что можно переклеить, правильно? Я не знаю, ну. Ну, а я говорю вам, ну, скорее всего, номера нельзя перебить? Переклеить. А номера перебить? И номера перебить. Если у меня выникнет подозр, тогда я выведу. А вы когда смотрите на наклейку, у вас есть подозр, что она переклеена? Что-что? Вы когда на наклейку смотрите, у вас есть подозрение, что она переклеена? Как я могу вызвать подозрение, переклеенная наклейка? Ну так я задаю вопрос. Вот мы сейчас смотрим на наклейку. Есть подозрение, что она переклеена? Нет. Нету подозрений. Я не понимаю, если нету подозрений, какая необходимость искать этот код, если он закрыт? Человек бешенку сделал. Это же не запрещено законом. Нет, законом не запрещено. Но вы же согласитесь, согласно пункту 24, водитель обязан дать смогу. Вам дал. Он не дал. Ну как это нет? Ну ВИН-кода я там не увидел. Не, ну... Потому что он закрыт бесшумкой. Так а ищите, где еще он есть? Еще я говорю вам, он есть на пузе. Смотрите. На пузо лезет только инспектор на Эвелиане. Вызывайте. На Эвелиане. Ну так он не обязан туда ехать, он же вам не препятствует, правильно? Он же не говорит, что я против этого, он говорит, я за, смотрите. Он же не препятствует, он должен дать смог. Пожалуйста, вот машина, пожалуйста, проверяйте. К сожалению, где именно на пузе, я не знаю, я так не эксперт. Так и он не знает. Ну так я не эксперт. Вызывайте эксперта. Он должен быть там. Он должен, так же само, как и у всех остальных машин, под капотом, на... подлокотники, да. И так далее. Ну так давайте по подлокотнику посмотрим, что. Либо на пузе. Он же не против. Вот он не убегает никуда. Он же еще не препятствует. Не убегает. Пускай откроет мне бесшумку. Но я сверю ВИН-код и счастье, здоровье водителю. Значит, откроет бесшумку. Как можно расковырять машину на трассе? Объясните мне. Есть дубликаты ВИН-номеров. Есть они, если они в днище, проверяйте под днищем. Он же не против. Это делает эксперт, не я. Вызывайте эксперта. А на каком основании сверяются вообще номера? Что стало причиной? Ну, вот... Я уже четвертый раз давайте, объясняю, повторите. Что в базе есть Acura с данными номерами. Передо мной Honda, которая поставлена, я так, так понял, недавно на учет. Год назад она стоит. Она же стоит в базе полицейской. Есть, есть. Регистрационный документ есть. Регистрационный документ есть. Она же проходила экспертизу. Номера раньше эти висели на Акуре. Он их отдал на хранение. Я это понял, я это знаю. Потом он повесил их обратно. Да, отлично. В чем хорошо. Проблема тогда? Проблема в том, что... Хорошо, давайте так. Я подозреваю, что есть еще одно такое транспортное средство с такими же номерами. Возможно. Точно такое же. Ну, возможно, да. Ну, вот. Вот для этого, для того, чтобы это подозрение упало, мне просто нужно с техпас, со свидетельством о регистрации сверить ВИН-код, и все. И у меня подозрение... Хорошо, вызывайте. Кто это может быстро оперативно делать, давайте сюда. Оперативно этого никто не сделает. Если следователь примет решение а и если... изымать транспортное средство, то оно изымется если... и направится я вам... на экспертизу. Подождите. Ну, давайте так. Он не изымет его, начнет... А решит проблему, блин, если а я вам... Блин, а ВИН-код еще есть? Если я вам покажу, что вот этот рубеж с Акуры МДХ снят исполнительной службой, это решит проблему? Не решит? Нет, ну а как оно может решить эту проблему? Ну я понимаю, у вас сейчас есть в рубеже стоит розыск постанова. Постанова про закрытие провожения, да. Да, у вас стоит сейчас, ну у вас рубеж сработал по Акуре, я правильно Акура, понимаю? Акура МДХ, да. Державный есть... номер 7792 ВМ, снято, постанова. То есть по рубежу вопросов к нему нету, есть только вопрос по машине. По рубежу сейчас. Вопросов нет. Все, вам понял. Кто-то сказал за рубеж. Не, ну мы говорили о том, что причина остановки была рубеж. Рубеж это была причина остановки, что сработал да, рубеж да. На данные номера, да? Вопросов ну, нет. Так вот объяснение, что на данных номерах была Acura MDX. Вот, державный номер такой-то. Да, и в базе да. Бьется эта Acura. Да. Можно просто сделать простой вариант? У вас в базе посмотреть, на каких сейчас номерах, на каком ВИН-коде вот эти номера сейчас висят. Это же вы просто можете посмотреть. Если у вас в базе эти номера висят на ВИН-коде вот этой машины, какие могут быть вопросы? Мне нужен этот ВИН-код увидеть я на машине. Я не против, но для на начала хотя бы нужен. В базе мы можем убедиться, что это этот ВИН-код? Как, хотя бы, конечно. Чтобы понять. Вопросов нет, хорошо. Ну, потому что если там вообще другой ВИН-код, тогда даже если мы увидим, этот вопрос не решит, и это уже будет совсем другая история. Я правильно понимаю? Конечно, сейчас не вопрос, я проверю ВИН-код. Ну, чтобы наверняка знать уже, что произошло. Да. Александр, смотрите, водитель согласен отрезать. Вы будете резать? Небольшой кусок, водитель вы согласен, порежете? Да. Вы порежете? Ну, ключом. Ну, давайте, быстрее будете резать-то. Ключом попробую это сделать. Водитель, вы не против? Я не против, уже делайте, потому что я же говорю, можете у меня посмотреть. Трое детей дома ждут. Да, да, сейчас повеси. Ну не, вы, я думаю, что вы не разрежете ключом, там такая шумка дебелая. О чем пристал, как
Ну потому что что он пристал? Что не знаешь, он пристал. Ну это здесь полицейский уже, не гаишник. Да не, вроде новый. Вы же новый? Старый? Да, новый. Новый, говорит. Мы же все в новой полиции, правильно? Так я ему объясняю, что она саморазрушающая, что ее нельзя поделать. Но ему надо номер, знаешь, написано номер кузова. А то, что номер кузова может быть и наклеен, то это не надо именно... А где, кстати, в правилах написано, что набит должен быть на металле, а не наклеен? Набит — это в ГОСТе написано. Что в ГОСТе? Он, да, в ГОСТах написано, где именно... Ну, а в правилах дорожного движения водителя напишет. Нет, в правилах дорожного движения нет. Но он тут должен дать звук. Ну, так это ж не номер кузова. Как то? Это нет, если это номер то кузова и есть? Дубликат, наклейка. Ну, как, что значит? Где написано, что это дубликат? Это есть номер кузова. Где написано, вот скажите реально, что он должен быть выбит на кузове? Что он должен показать именно выбитый на кузове? Александр, смотрите, ни одной цифры нету. Я так? Уже половину отдер, ни одной цифры нету. Значит, это не выигрышный билет. Там сейчас будет написано, спробуйте еще раз. Вон есть цифра. 8, вижу. Спробуйте еще раз, будет написано сейчас. Вот он. А ну что там, все, вы нашли, помните хоть какой? Да, записывал, покажи. H. Сейчас, секунду. H, G. Там первая не H, там единица первая. 1H, G, C, R, 368, да? Да. Все. Так до конца будем смотреть или нет? Мне достаточно этого. Капец. Ну вот, слушай, надо было вот это ковырять, вот эту вату, чтобы посмотреть 4 цифры. Скажите, пожалуйста, у вас теперь есть сомнения? Нет. А если там последние 4 цифры перебиты? Они перебиваются в начале. Ну, давайте, извините, желаю счастливого пути. Да, счастливого пути, конечно. Счастья, здоровья. Там мне не за что. Спасибо большое. Вам удачи, да, до свидания. Всего доброго. Дим, я перезвоню тебе. Я по большому счету, если бы был на месте этого водителя на домокорде, вы же понимаете, без шансов у меня было бы отодрать что-либо. Почему? Потому что мы бы с вами руководствовались сухими правилами дорожного движения. Они мне говорят, как водителю, что я должен, обязан вам дать возможность ознакомиться с номерами кузова. Я должен дать вам возможность. Правила дорожного движения еще гласят, что водительской відповідної категории нигде не написано, что свое. Я это проходил уже тоже. Да, везде есть свои нюансы. Теперь, скажите, если бы я так сделал, что бы я нарушил? Не могу вам ответить на это. Ничего не нарушил. Ну вот по сути, если разобраться. То есть другими словами, если бы я просто показал бы вот этот вот наклейку, то вы ничего не смогли бы мне сделать. Нет, ну это же это не номер кузова. Ну как? Это ну, наклейка. Давайте разберемся. Это наклейка. Давайте еще. Это наклейка с вашим номером. Правильно, наклейка с вашим номером кузова, правильно. Мне еще раз, что мне говорит, что я должен показать вам именно выбитый номер? Где написано, что я должен показать именно на металле выбитый номер? Если мне говорят, что я должен дать возможность... Не обязательно на металле. Правильно. Не обязательно на металле. Вот как в моем случае, там вообще непонятно, что написано. Либо вот здесь. Вот он наклеен. Это мой номер кузова. Он на наклейке заводской. Это не я его наклеил. Это конструктивно предусмотрено заводом изготовителем. Я же не знаю, как завод изготовитель. Но он-то ничего не нарушает. Он ничего не нарушает. Но я еще раз говорю, что... У меня может возникнуть подозрение о подделке. Да у вас может и по кузову подозрение же возникнет. Какая разница? Ну, у меня же не возникло. Все нормально, заводское. Но вы даже отлично. До конца не досмотрели цифры. Мне достаточно было того, что они заводские изначально. Так а если они шли, эта партия, если они вначале идут новые, последние две перебиты. Были другие последние две. Если перебивают обычно в начале и в середине. Но если в конце он перебил, необычный вот такой чувак. Ну, вот так вот, значит, повезло ему. Ну, капец, повезло, вот это вообще, обалдеть. Я с вас просто тащусь, спасибо, давайте, всего доброго. Вам тоже удачи. До свидания.